Удивлению, с первой попытки Mi Band 3 зафиксировал почти 60 ударов в минуту у рулона туалетной бумаги. После этого я сделал еще несколько попыток замера, но жизнь в рулоне бумаги пропала. Вопрос от одного из наших зрителей. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Врать. Часто. Я часто это делаю. О, курва! Сука, не обижай жирных. У жирных тоже есть душа, бля. У жирных тоже есть чувства. В основном чувство голода. Oh, sorry. You forgive me? Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам, там банька, рыбка и пиво. Я на корабле 15 минут. Даю заблеванный с бананом, блядь, что это такое? You just have to take a risk. Damn! Gravity a bitch, huh? Сейчас еще покажу. Смотрите, сейчас покажу сиськи, а их не будет. Ты знаешь, что был первым зрителем максимального удара? Арнольд Шварценеггер, кумир моей юности. Арнольд Шварценеггер посмотрел мой фильм, он меня обнял и сказал... ...és nem akarom lelőni a poént, de egy elképesztő jelenet következik. Kapufák egymás után, méghozzá szám szerint 4. Гулазом. Все преимущества кроссовера берешь, блядь, и заезжаешь на бордюрчики, на поребрики, если ты в Питере, на говно, если ты в Балахне. Ну и, соответственно, 3-4 секунды шашлыки. Они по стандарту сделали. Сейчас покажу, секунду. Единственное, что мне не особо нравится, ну, сами видите. Колеса маловаты. Такую сраку недавно в метро бачив. Пиздец, я за ней 7 километров по навигатору вышел. Мой навигатор в голове ебанулся, блядь. Я как зомби. Полицию вообще не уважаете. С какой стати? Да, с какой стати? Презервативы есть, но чтобы только нормальные были, не паленые. Дюрекс. Английское качество. Ягуар в мире гондонов. Все лучшее нахуй. Инновации в столице спускают под землю. Речь идет о новых вагонах подземки. Они более комфортные, со специальной подсветкой и системой противозажатия. Простите. 130.